Всем-всем здравствуйте! Кто тут красавица у нас? Кто мамочка-красотулечка, да? Ой, ты молодец, ты так хорошо покушала. А я тебе еще кушать несу. Новое блюдо. Курочка теперь. Творожок был, молочко детское было, сырик адыгейский был. Теперь курятина. Ой, лежанка-то какая извозюканная. Нужно новую стелить, да? Новую стелить. Сашуль, ты спишь? А принеси, пожалуйста, одну квадратную лежаночку чистенькую. Я сразу же поменяю, а вниз пойду эту стирку закину. Сейчас поменяем твоим спиногрызом. О, спасибо большое. Вон какая свинюшка у нас. Сейчас мы тебе чистенькую, милусинка, сделаем перинку. Оп, положим чистенькое все. Милуся кушает, какая молодец, да? А мы пока твоим маленьким красотулькам сделаем. Все чистенько. Раз красотулька, два красотулька. Ой, и три красотулька. Да все на месте, все. Проверять сразу же бежит. Да покушай еще, покушай, милусь. А, там сыр адыгейский зарыла. Молодец какая. Да, это все в стирку. В стирку, да, утащим у тебя. Саша, ты, главное это, я ее потом стряхну, там еще сыр адыгейский не спрятал. Прячет она, запасы делает. Запасливая мать, не дать, не взять, да? Скажи, а как же? А вдруг, мало ли что, дефицит начнется с продуктовой. Давай покушай еще, миленькая. Ты должна быть сильной. Кушать должна хорошо, вкусненько. В ассортименте. На любой вкус и цвет, да? Вот. Молодец какая. Так что и мамочка, и малышочки чувствуют себя хорошо. Вон, спят, сопят. Значит, сытые, довольные. Колесики маленькие. Шерстка такая прямо шелковая-шелковая. Колесенькие наши, да? Вот она кушает, никого не слушает. В общем, семейка вся чувствует себя замечательно. Ну, а мы всех целуем, обнимаем. И всем большого-большого счастья желаем.